июля этого года в Сарове действует утвержденный губернатором повышенный предельный индекс роста тарифов. Если по области он составляет 3,8%, у нас 6,5%. Предельный индекс – это максимальный шаг роста общей суммы в платежках. В Сарове он выше регионального за счет большего увеличения тарифа на водоотведение. Компания «РИР Саров», выступившая с частной концессионной инициативой, обратилась в администрацию с просьбой предусмотреть возможность корректировки тарифов в рамках существующего предельного индекса в случае положительного решения концессии горводоканала. Администрация вынесла вопрос на рассмотрение депутатов. Превышение предельной платы граждан и предельного индекса не будет. То есть мы в рамках уже принятых ранее решений. Речь идет о перераспределении тарифа внутри этого предельника. Это связано с тем, что основной объем инвестиций идет в систему водоснабжения. Конечное решение по корректировке тарифов будут принимать РСТ и губернатор. Если предложение одобрят, тариф на холодное водоснабжение в этом году вырастет примерно на 4 рубля за куб. При этом снизится стоимость услуг по водоотведению, так что общая сумма в квитанции не изменится. В администрации подчеркнули, речь идет именно о возможности перераспределения тарифа. В случае одобрения губернатором решение вступит в силу только при заключении соглашения о концессии горводоканала. Вот для того, чтобы региональная служба по тарифам имела основание рассматривать предложение концессионера в качестве для расчета валовой выручки, им необходимо вот это основание, что представительный орган готов, на то, что такой тариф будет действовать на территории города в случае, если концессионное соглашение будет заключено. Впрочем, сами депутаты такое обращение губернатору с просьбой о корректировке тарифа в случае заключения концессионного соглашения считают преждевременным. Детали и сама вероятность концессии все еще обсуждаются. Поэтому цифры в соглашении могут еще не раз измениться. Что мешает на сегодня РСТ рассматривать то, что им поступило? В этом и смысл всего законодательства. Значит, как будет заключено концессионное соглашение, так и будет быстро принимается решение вслед этого или решение о концессионном соглашении. Во след принимается тариф. Значит, тариф, естественно, не тариф, а перераспределение. В итоге депутаты решили написать запрос в РСТ, в котором попросят региональную службу по тарифам в письменной форме обозначить юридические основания для обращения городской думы губернатору по вопросу корректировки тарифов. После получения ответа обсуждение вопроса продолжится.